детском саду с олимпийской разминки теперь начинается каждый день. К сочинским играм малыши готовы. Первый символ – 5 колец. Второй символ – олимпийский огонь. А третий символ – леопард, зайчик и белый мишка. Я знаю, что есть виды спорта зимние – фигурное катание, хоккей. Биатлон. В олимпийской тематике в этом году украсят и новогоднюю елку. Стилизованные игрушки делают родители вместе с детьми. Им предстоит выйти и на старт. Мы будем передавать олимпийский огонь из группы в группу. Самые лучшие спортсмены каждой группы будут держать этот олимпийский огонь. В другом саду олимпийские сюжеты рисуют. Поработали с красками, тканью и даже крупой. В основном показали, что хоккей у нас развит очень хорошо. Потом сноуборд. Нравится лыжная тематика, близка нашей области. Поэтому это решили отразить. В детских садах репетируют факельное шествие, а в школах уже начались олимпийские состязания. Мы имитируем пронос факела. И в импровизации сами дети почувствуют себя в роли факелоносцев. Так в школах города реализуют городской проект «Олимпийские старты Тюмени». Сегодня у нас прошло, можно сказать, первое мероприятие такое, веселые старты в 6-х классах. А вообще планируется, что мы практически каждый класс охватим вот этим вот, если можно так назвать, олимпийским движением. 11 декабря ученики города выйдут и на эстафету огня. Делегация школы Березняков будет в составе более 200 человек. Юлия Сауляк, Максим Плюхин, Сибинформбюро.